Лето в самом разгаре, однако уральские клумбы не все пестрят яркими красками. В парках и скверах практически нет красивых цветников, радующих глаз отдыхающих. Подрядная организация, которая взяла на себя обязательства по высадке растений, должна была украсить общественное пространство еще до 25 июня. Данные на исправление ситуации 10-дневный срок также не дал результата. Скорее всего, потому что поставщик подвел нашего подрядчика, и цветы были не вовремя привезены в город, и поэтому столь поздняя высадка произошла. Поэтому, к сожалению, ситуация такова. Более 46 тысяч цветов планировалось высадить на городские клумбы. Петунии и бархатцы должны были украсить спортивный сквер, парк «Солнышко», аллею новобрачных, сквер романтиков и другие территории и места отдыха людей. Однако пока цветники раскинулись не везде. Некоторые участки до сих пор остаются пустыми. А там, где высажены растения, много уже завядших. Накануне специальная комиссия провела контрольную проверку территорий. На квадратный метр рассчитывалось определенное количество цветов. Цветовая схема была также определена по каждой клумбе. Ну и, соответственно, уход, обслуживание, это тоже учитывается. Полив. Полив много где страдает, много сухих цветов, поэтому все будет учитываться. Комиссия будет работать и разбираться по каждому объекту отдельно. Специалисты заверяют, по каждому факту ненадлежащего исполнения работ будут применяться штрафные санкции. В свою очередь, подрядная организация вновь пообещала исправить цветочную ситуацию в самое ближайшее время.